Готовимся. Возможно, от точки школы я сразу роли откидываю, если мы с вами работать не будет. Это не школа. Подвигаемся на метку движения. А мне выстрелы идут с центра с окна. С метки. Крыши, с крыши. С меткой меча. Дорогу перебегаю. Ребята, удерживаемся, удерживаемся. Метку движения защищаем преимущественно. Медик, осторожно. Продолжает кровать один, все еще пулемет. Нужно его найти и выбить. Постарайтесь. С востока возле церкви атакуют. Понял. Они плотно возле церкви и дорогу там перебегают. Они сейчас с востока заходят. Понял, мы падаем. На метке движения все убили. Там противник заходит. Так, стоим. И где сейчас полицейская? Сейчас я встану, ребята. Пока что не бежим. Ралли красный, ралли красный. Поворачиваемся на ралли. Они зашли с востока через север, в спину. Я понял. Клипи, ты один. Фобы все еще красные. Диего сейчас на них будет выходить. Ждем, нигде не встаем. Встаем на МСП. Пешком прогуляемся. Так, видите метки пехоты? Нам нужно их защитить их. Отбить. На запад. Идем на запад. Восток за ими займут. Входим в глубокий деф. Труба, если слышишь, что-то работает.
Да не знаю, не видно. Пехота? Пехота, пехота. Понял. Ко мне родишься. Права командирская. Машина. Понял. Хорош. Командир нашел? Да фиг знает, какой-то чувак кинул. Контакт, нас плотный на западе, двигаемся. Передо мной много очень. У вас там обстановки, ребята. Не разбегаемся сильно. Мулядик, ты видишь кого-то? Видишь туда? Не слышу тебя. Тебя не слышно. Мори, справа от тебя, и они с Мралик, по-моему. Мурадик, два раза нажми на голосовую связь и значит, что там кто-то есть. Давайте прочешем дальше. Два медика со мной. У тебя, видимо, микрофон накрылся или еще что-то. Да, тут работает передо мной в укреплении. Алик, аккуратно, прямо перед тобой. В бункере чисто. Зачищено здесь. Давайте ближе к точке, наверное. Что? Далеко от точки мы как-то ушли. Точка не наша, пока что за задача. Наша задача это фланг. Чуть южнее возьмем. Уходите, уходите с юга. Чуть южнее, уходите с севера. Да, пойму, откуда стрельба, далеко очень. С юга нету далеко. Выстрел. Да-да-да, что-то такое. Нужно логистов прикрыть с нашей позиции. Прикрываем логистов. Принял.
Так, это техника? На юге техника? На юге, где-то слышал стрельбу. А, это наш танк, наш. Наш. Но как будто еще кто-то был западнее. Техника была как будто. Занимаем здесь позицию. Здесь. Пулеметчик, можешь в кустах занять здесь позицию. Тебя не слышно, мой людик. Так, похоже, у нас чисто вообще. Кому нужно, восполнять патроны на фобе. Продвигаемся дальше на юг, медленно. Окей, хорошо. А перерыва не будет. У нас один матч. Прочешем немножечко юго-запад. Так, танк работает по кому-то, либо по нашему, либо мы по их. Судя по всему, в амбаре чисто. Слева от амбара, слева от амбара. Принял у нас противник. За чаем нужно посмотреть, откуда они здесь. Что у них тут, фобы или МСП? У них, по-моему, МСП в лесочке справа, который на западе. Наша туда и едет логист. Я пойду проверю, если чё, есть граната, я смогу. Хорошо, забрать. Чуть назад возвращаемся. Вы тогда тут оставайтесь, я пойду лесочек этот чекам. Молли Дик, займи вот этот метка движения для пулеметчика. Остальные за мной все. Кроме Слиби и Молли Дика. За мной все. Тут вроде чисто. Окей, Молли, оставайся на той позиции, смотри юг, чисто юг. Юг и, ну, собственно, по компасу лево-право. Дальше южнее двигаемся. Так, видите метки обновлены с третьей точки? Попробуем прикрыть наших. Ближе к дороге сместимся. Один остается, остальные за мной. Залейте жизненных сил, пожалуйста. Товарищ Мишек, я тут. Так танк обстреливает. Да они чинятся, все нормально пока. Пушка тут у них стоит. Кинг подходит. Нужно найти пушку попробовать. А вон кинг нашел. Кто-то стреляет с 220.
Радис у нас выкинула, Радиса. Меня пулемет сбил. Пулемет с востока. Мы без радиста, ребята. Радист вылетел. Алик. Так, отмена. Кинг, Слипи, что у вас? Противник на школе. Так, ралли бы. На 100 стреляй. Надо ралли переставлять. Противник, пулеметчик у них прямо в церкви на башне. Понял, Слипи, бери радист. Пока что. Хотя, так, стоп, нет, отмена, не бери. Со мной будет бегать несколько людей просто. Артиллерия пошла по точке. Куда я бежишь, один, Эрик? Отходи назад. Я жду вас, я никуда не бегу, я смотрю. По танку работаю с востока танк. Понял, Кинг, твоя цель. Хотя бы отвлеки его. Принял. Сидим здесь, в обороне, да, пока? Да. У нас хорошо получается. Запада. Запада вместе. А, оставайся там, Молли. Запада много, подожди. Меня выбил танк или что-то такое. Нас МСП заблочит. Все, разворачиваем. Эрик, запада от раллика нашел. Так, отмена. Отмена, разворачиваемся. Стоим на этом фланге. Молли, Дик, оставайся в той зеленке, я же тебе говорю. Или тебе патроны нужны? Отметка танк на 200 по компасу. От нашего раллика. Еще раз, Эрик. Азимут 200 от нашего раллика танк. Вражеский. Через дорогу. У нас на МСП на севере. Заходит. Я знаю, не наши. Пока что задача. Там развернулись отряды. Мы здесь стоим. По нам бьет саны танк. Ну я на всякий случай давай. Мне нужен... Мне труба нужна здесь. Он так и будет нас убивать, если мы будем высовываться. Ну, можно метку на танк? Вот, попробуй сейчас дать. Вот водонапорная башня.
направление водонапорной башни тебе видно? Чуть правее водонапорной башни. Да, у меня. Да. Примерно. Фобы 100 метров меня убили, там движение с запада, да, понял. Молит, к западу от ралика и к югу от фобы от вот в этом квадрате. Вижу его. Убит. Еще возможно кто-то есть. Нас точку отпирает. В точку. Все смещаемся. Все на точку. Север и продолжает обходить. Нужно север закрыть. Так, кто-то потерялся по пути. На фобе лучше вставайте, там безопаснее, чем на ралли. Ну, прикрыть отсюда с этой позиции, с метки мяча. Так, тут ралли. Слышал. Меня выбили с моей позиции. Нужно прикрыть этот фланг, парни. Где вы сейчас двигаетесь? Меня выбило какой-то коряк. Там со стороны дороги они. И на дороге. Алик, аккурат, дети, прикрывай, давай. Как по обстановке? У вас есть противник? Штука на фобу. Так, на дороге, да? На дороге, на севере, на дороге. Понятно. Идет. Прямо передо мной, Алик, прямо передо мной на дорогу выходит. Я слышал его. Убит? Нет, не убит. Убит. Похоже, танкист что ли какой-то? Медики, работаем. Да, еще да, добродел да, лежит перед вами. Откуда выбери, Молли? А, ты не скажешь. Север был пулемет. Севера были выстрелы. Даю метку примерно с меткой меча. Понял. В севере у нас там плотно люди засели. Восьмерку выбили в точке. Медики двое ко мне подойдите. Чё, подойди, срочно, я... бросьте все свои дела сейчас. Бросьте все свои дела, срочно. Потом поднимите. Ох, все, они лес плотно Канал. Оккупировали, там не выйти. Сейчас попробую с МСП сапером встать, лес пройти, там где-то у них что-то стоит. Давай. Да, возьми радио. Молодлив. На фобе встаем. Дреймон, Маледику пишет, рацию брать ему нет. Да, я же сказал. Бежал с метки меча, выбили меня. Липи, по кромке леса, где ты идешь справа, с твоей стороны оттуда выходили.
А с севера должны синие сейчас прикрывать, покрывать. Молли, откуда оттуда стрельба шла с твоей стороны? Блин, свои минометы урыли, черт. На 30 тикетов отстаем, плохо дело, на 20. Меня пулемет снес. Радист, отходи назад. Ралли пустой. Так, ладно, вроде фланги зачищены. Возвращаемся на нашу позицию западную. Под фобу. Кинг, что ты видишь? Говори. Я не должен тебя спрашивать. Ты мне говори информацию. Если не скажу. Окей, а ты бежишь куда-то целенаправленно? Я же не знаю. Так, Будда зашел. Да, тут у меня проблемы с ноутом были. Не понял. Готовьтесь. Готовьтесь менять роли. Сейчас Мальдик умрет. Реснешься. Пока не реснусь. Пока у нас чисто. Мерти не ожидает. Давайте до амбара пойдем. Я уже с пулеметом добегаю. Возьми пулемет временно. Радист ко мне. Остальные дорогу переходим. Радист ко мне. Бегаешь от меня, радист. Метки пехоты видите новые на школе? Они все еще там сидят. Алик, давай к нам. Иду. Но рядом со мной не ходит, никто не ходит вообще. Сидите в кустах, не палитесь. Выстрел был.
это у меня тут, я хедшот дал. Передо мной был. Остальные пока не стреляем. Выдвигаемся. Передо мной убит радист. Так, по нам идет огонь площадь на моей позиции. Пулемет на нас переключился. Он стоит с нашей стороны дороги. Не идите к нам, радист, не иди к нам. Не идите, не поднимайте нас, не пробуйте даже. А Эрик, кидай под радисты дымы. МСП красный. Встаем на фобе, ты умер. Фобу взорвали. Умираем все. Отступаемся, парни, уходите с позиции СС. Встаем на мэне. Оли, давай, садись. Попробуем вытащить МСП. Вижу МСП уже это. Готовься, кто за пулеметом сидит. Да, Эрик. Можешь даже немножко по МСП пострелять, если противник. Высаживается. Остальные а пулемет встает. Двигаемся через левую. Саму МСП-то не уничтожь, ты. МСП, ты что делаешь-то, Эрик? Блин, а я думал, ты их не. Блять. Радио, я не собрал. Нет, я не. Пиши респаун. Враг поблизости, нужно их найти. Эрик, ну как блин. Так? Как так, Эрик? Виноват. А мне прям против. Виноват. Как первый день играем с картой, вообще нет. Вижу МСП. Прям на мне все это. Дреймон, рядом с тобой кто-то в кустах с пулеметом. Я понял. Бегу с мейна тогда. Никто больше на мейне не встает. С
Садись в машину. Опа, это откуда у нас, садись, это у нас. Да. Слева, командир. Ждем МСП. Никто не встает нигде. Вмещаем сейчас точку снова. Готовы мы. Думаю, видите их перед нами. Они прут с меток красных с запада между нами и слив. Не могу ралли поставить, враг близко. Ребята, ко мне на мою позицию смещайтесь. Или у вас там есть кто-то? Нет, пока тишина. Минус 2 тут у меня. На 27 принял. Слышу минеты у меня. Вот такие снизу. Занимаем бугоры. Ралли КД. А горки мины работают, лучше немножко в сторону отойти. Да. А, с 200. 190, что-то такое. Вижу примерно, где там башка торчит, наверное, там ралик, сейчас добегу. Понял. Сколько метров до тебя? Где-то вот 60 метров впереди. А, нет, там труп, ладно. Сейчас все равно проверю. Продвигаемся дальше, когда я подошел к позиции слепи. Чисто здесь ралика нет. Так, амба белый чист. Отмена. На крыше прям сидит. На крыше был здесь. Не знаю, убил, не убил. Перед нами бежит телега, метка щита.
Алик, я подумал. Так, сзади наших убили. Кто сзади? Понял, разворачиваемся. Да, где-то около нашего респа стреляет. Ролик. Сколько их там? Не видно. Сейчас я поднимусь, проверю. Все, здесь машина наша прошла. Понял. Двигаемся. Двигаемся. Так, впереди в доме на втором этаже, куда бы снайпера натравить. Здесь стоим, пока что. Противник на 14. Встречаем их оттуда. К точке отходим. Посматриваем на 14. Пока на 100 что... по дороге бежали. На 100? Да, прям по дороге бежал. Понял. За мной двигаемся. Если с точкой все будет плохо, мы следующую заходим на ее защиту. Сейчас пока что точка под обстрелом миномёзов. Укрепляемся здесь. На 14, на номер 14 номер противник. Бил, да? Противник сколько? А, пока пулеметчик только лежал, я видел. Фоба, да. Фоба только стоит ночь. А, сори. Ждем с 14. Да, а убил тут что-то одного, и тут один наш труп. Я не знаю, что произошло. Понял. Тут был пулеметчик. Половину на точке забили, уходим. Принято. Хотя бы в триггер заходим, не в саму точечку. Здесь я в триггере, здесь сидим. Сидим просто здесь. За пехотой. За пехотой, за горой. За горой сидим. Держали точку. Нормально. За мной подожди. Нет, отмена. Стойте на своих позициях. Так. Нет, три. Что? Южнее триггера убили. Понял. Оттуда стреляли. Парни, похоже, триггер выбивает опять, но он... Они и... прям в юне дороги сидят. На дороге? Там где-то... Южнее кассы, дороги сразу. У нас траншеи здесь бежит.
Убил его. Наша поле перебегает. Точку, на нас точка оставляет. Понял. Поле на юге смотрим. На ралли встаем. Южнее прям дороги, да, противник есть. Южнее дороги. И в траншеи. Все, я резал. Траншеи, траншеи, закиньте гранату. Ралли подорвал. Зачистили? Да, чисто здесь. Откуда убили? Из траншеи. Карта? Нет, он внизу сидит там. Траншеи сидит, у меня гранат нет. Только пошла. Сейчас Алик уводит. Брось сразу гранату туда. Все штуки мимо. Нет, по мне попала одна штука. Молите, подними меня. На севере лежу. А, близко к югу. Меня убили, заходят с юга. В южных траншеях против. Мы в плотной защите стоим, прямо на точке стоим. Эрик, осторожно, там в траншее он лежал, перепрыгнешь сразу по траншее и пали. Так, 61 цифру видите. А, оттуда враг может быть потенциальный. Север, север, восток. Как в триггере дела? Пока нормально. Кень, остаемся там. Живем, не толпимся. Если она пойдет, все лягут. Столько тикетов потеряем. Очень много дикетов теряем, опять у нас перевес 50 пошел. Да, только что 30 было, блин. На 160 машинах проехал. Что за машина? Не вижу сдаки. А с востока на запад двигалась. Где наш танк или кто там? Вижу, командирская едет.
костер как приближается к точке. Черчилль у нас сдох очень глупо на точке прям. Не эту смерть, возможно, еще были бы шансы, а так даже не знаю. Нам работает. Вижу, бегут. Вижу, бегут с метки меча. Меня выбили. Наметы по точке опять. Расходимся с точки. Заходите на север. Там можно спрятаться. Наоборот, по северу как раз и бьют. По северу работает. По северу точка. Ты прям на мне респаунился. Блять, попали прям в траншею миной, суки. Пулемётчик, куда стреляешь, там как раз снайпер стоял. Прячься, флаг.
бежит с метки меча. Берет. Ну точно. Пантеру вижу, или панцер. Тебе пока дать. Ходи на фобу. Бери там. А, нет. Вот, бери здесь на метке движения. На западе. Либо здесь. На севернее. Такая же метка. Прямоугольник этот. Белый. Я думаю... Танк работает. По нашему танку. Еще поле перебегает на 160. Там наши, вы что стреляете по своим? Нет, там нашего и убили как раз. Вон противник. Все правильно мы стреляем, на метке меча.
Несколько, троих видел. По МГ я там лег. За деревом радист прямо. Интересно, куда? Точку летел. Ну нормально, 17 поднял. Конец, да? Начало. Все, конец.